Хулиганство высокого полета. Руферы забрались на крышу Адмиралтейства и Генштаба в Санкт-Петербурге. Два молодых человека побывали этой ночью на известнейших питерских объектах. И при этом остались незамеченными, несмотря на штат охраны. Молодые люди оказались сначала на крыше Адмиралтейства, ну а потом и до Генштаба недалеко. Фотокадрами встреченного с Адмиралтейства рассвета Алексей Денисов поделился в соцсети. Для него это не первое рисковое восхождение. Ранее он уже перебирался по проводам, причем через Невский проспект. И произошло это в районе канала Грибоедова и Дома книги. По словам молодого человека, его даже прозвали Эрмитажником. Но осенью ему дважды удалось прогуливаться по крыше одного из крупнейших исторических музеев России и мира.